Ой, закружусь. Всем огромный-огромный привет. Сегодня хочу рассказать вам покупки, которые я сделала. Да, настроение такое, знаете, не очень, и пришлось себя радовать. Уже поздно, 12 час ночи. У меня в духовке стоят ребрышки. Хочу себя сегодня порадовать и с вами поделиться своими покупками. Взяла две бутылочки шампанского, одну розовую, другую белую. Ну, все же выходной день. Вот такие бутылочки у меня. Так, и одну, и одна у меня дорогая. Я ее уже пригубила. Так, делюсь своими покупками. Покупок у меня сегодня много. Я, в общем, пошла и, как знаете, пьяный матрос, оторвалась. Но я думаю, иногда можно. Так, что я прикупила? Во-первых, индейка. Купила филе индейки, вот такое, филе бедра. Индейку люблю. Сейчас полюбила даже больше, чем курицу. Вот. И что хочу сказать, по цене, вот я беру по акции, 140 рублей одна упаковочка. Здесь 410 грамм. Вот такая курочка. Но я думаю, ну не знаю, выгодно это, невыгодно. Не знаю. В общем, взяла две такие упаковки. Дальше. Взяла яйца. У меня яйца закончились. Взяла десяток, чтобы не брать ее впрок. И в этот раз я решила попробовать именно яйца коричневые. До этого я все время брала белые. Ой, как жарко. Брала белые яйца и в этот раз взяла коричневые. Здесь С0, яйца деревенское такое угодье. В общем, прикупила яйца тоже по 90 с чем-то рублей. Яйца, ребятки, дорогие. Так, у меня тут много-много сумок. Давайте начнем с вами по порядку. Что я взяла? Это первое, взяла вот такие яблочки. 129 рублей. Я уже до этого вам говорила, что у нас в Пятерочке начали продавать именно вот такие яблоки, уже запакованные, что ты не сам их выбираешь, а уже много сортов, именно запакованные яблочки по 4 штуки, по 6 штук. Я взяла вот такие, 129 рублей килограмм. Это Эвелина. Какие-то вот такие яблоки. Я надеюсь, вкусные. Хотела взять другие, но пакетик я сохраню. Сейчас уже на улице очень тепло. Сегодня было плюс 10. Я прошлась по магазинам, купила, говорю, как пьяный матрос, всего-всего-всего. За 79 рублей купила кинзу вот в таком горшочке. Сейчас я ее полью, надеюсь. В общем, мне надо там сниму какие-то вкусности для вас обязательно. Взяла один перчик, вот такой. Вот по 200 рублей килограмм. Взяла одну штучку. Взяла бананы, вот такие. Это пришлось идти там в дальнюю Пятерочку, потому что у нас что-то бананы были не очень хорошие. Взяла одно манго. Это я сделаю сейчас вкусный, привкусный салат. Если смогу, то обязательно вам сейчас засниму. Поэтому вы увидите этот вкусный салат, который я обычно делаю всегда себе на вечер. Также обалденные огурцы, 89 рублей. Тут три таких плотных, хороших огурца. Но огурцы я очень люблю. Беру всю зиму и огурцы, и помидоры. Помидоры стараюсь брать или желтые, или черри. И огурцы, вот такие огурцы, недорого, 89 рублей. В салатик нормально, либо так, знаете, посолил. Посолил и скушал. Не обращайте на меня внимания. Я немножко так вот сегодня решила устроить себе такой разгрузочный при разгрузочный день. Также взяла вот такие огурчики тоже еще. В общем, огурчиков много не бывает. Хлеб очень мягкий, очень вкусный, потому что я, как обычно, была в красный крем, купила рыбки. За 189 рублей купила помидорки вот такие. Они называются томаты коктейльные. 450 грамм, 189 рублей. Такие помидорки. С
Свекла у нас стала в какую-то поднебесную цену, 60 рублей килограмм. Я вначале не поверила этой цене, потому что в других магазинах можно найти намного дешевле. Это вот в Магните, 59,90. Купила две свеклы. Мне хочется для вас сделать один очень вкусный, привкусный салат. Купила два салата. Сейчас я вам покажу рецепт одного очень вкусного, привкусного салата. Взяла две штуки по 100 рублей. И вот этот салат я взяла. Хочу снять очень интересный рецепт. Я думаю, вам понравится. Это такой рецептик ПП. Для нашей такой, что купила, что я вам не покажу. О, у меня есть вот эта красота. Еще я пиво. О, две бутылки. Я думала, я все выпила. Нет, у меня, оказывается, осталась такая заначка. И дальше я купила вот такой вот сыр. Мне нужен был слайсами для рецепта на кулинарный канал. Я взяла чизбургер и взяла вот такой сыробогатов. Король сыров, плавленый со вкусом топленого молока. Вот такие два сырка взяла. Вот этот 90 с чем-то рублей. Вот этот вот недорогой, там не дороже 50 рублей. В общем, взяла два. Поэтому приготовлю вам какую-нибудь вкуснятину. В общем, сегодня я как пьяный матрос ходила по всем магазинам, сорила деньгами, была во Вкусвилле, взяла вот такие, у меня закончились за 80 с чем-то рублей, они стоят тряпочки. Но это самые лучшие тряпочки, которые только могут быть. Я их беру всегда. Сегодня как раз наводила генеральную уборку, убирала все. Взяла вот такие алюминиевые формочки. Сниму для вас один очень вкусный рецепт завтрака. Взяла 37 рублей. Также в красной икре взяла опять свою любимую рыбку. Вот такую рыбульку. И она у меня вышла на 260 рублей. Вот такая огромная боковинка, так что я ее обязательно сделаю. Взяла для салата вот такой сыр моцарелла пиколо. Моцарелла пиколо. Это такие шарики. Будем делать с вами вкусный, привкусный рецепт. Также греческий йогурт вот такой. 4% жирности. Это тоже на рецепт на кулинарный канал. И, конечно же, не могла пройти, просто не могла пройти свой любимый крем творожный 90 рублей. Вот такой крем творожный взяла. Так, все, пакетиков море. Я сегодня, говорю же, как пьяный матрос везде ходила, сорила. Сейчас буду пить шампанское. Вот такие два шарлиза взяла. Пятерочки по акции 53 рубля. Это десерт. Дальше. Мне можно, я взяла вот такую пастилу, я кушаю, мне ее кушать можно. 56 рублей, что же стоит. За 20 с чем-то рублей взяла вот такую соломку, я ее тоже обожаю. Это соломка не глазированная, сладкая, с маком. Люблю, тут ее очень много, 200 грамм, тут большой такая, большая упаковка. В общем, взяла, буду кушать. И за 38 рублей взяла 4 штуки дегтярного вот такого, ой, как пахнет, я прям балдею, пахнет поездом, далекими странами, чем-то далеким. Вот кому-то не нравится запах дегтярного мыла, а я, например, очень и очень даже люблю. У меня тут столько пакетиков, целая куча, да? Так, дальше, дальше, дальше. Что я взяла? Зашла в Магнит косметик. Взяла себе лак по акции 170 рублей. Немножко так челку. У меня сейчас лака нет, поэтому я... И взяла себе вот такой крем. Самый лучший крем, чтобы пяточки наши на лето были гладкие, как у младенца. Аквапилинг 200 рублей. Лак 170 рублей. И вот на этот пилинг тоже была акция. Это большая такая упаковка, 150 миллилитров. 200 рублей тоже было по акции. Надо пятки приводить к лету в нормальное состояние. Взяла половинку ветчины своей любимой в мясной лавке. Также взяла сосиски. Вот такие телячьи. Продавец очень хвалил. Я хотела взять другие сосиски,
Но взяла эти, свой любимый сок. Сок без акции 139 рублей. Ну, я его очень люблю, поэтому я его взяла без акции. Ну, что сделаешь? Ну, не хочу я ждать акцию, а мне надо вот буквально за 2 дня выпить такой сок. Для рецепта на кулинарный канал я взяла вот такие 2 плавленых сырка. Это с грибами. Так, да, с грибами написано для супа и для соуса. В общем, я буду делать один очень интересный рецепт. И в мясной лавке, я взяла вот такой классный, такую классную горчицу за 30 с чем-то рублей. Не помню точно, 32 или 38. Такая горчица Махеев русская. А в Пятерочке взяла вот такую горчицу столичную, она с хреном. Это уже недорогая, что-то 22 или 23 рубля. Вот прикупила такую горчичку столичную. Дальше. Дальше. Все намного интересней. Делюсь с вами покупками. Сегодня я оторвалась, говорю, как пьяный матрос. Вот. И прикупила много всего интересного. Дальше. В Пятерочке взяла вот такие помпкинсы 60 с чем-то рублей. Это просто самые обычные соли. Дальше я взяла очень интересные, будем с вами пробовать на мукбанге, чипсы. Чипсы, не чипсы, а отруби. Томат и базилик. Вот такая штучка. Это для моего правильного питания. ПП, детокс. Всякие такие штучки-дрючки. Дальше по 53 рубля мои самые любимые макарошки. Это птитим. Наконец-то я их взяла, нашла. Давно не было у нас в Пятерочке. Кстати, в нашей Пятерочке нет. Я заходила в дальнюю Пятерочку. Макарошки очень вкусные. Что я взяла еще? 3 пачки сахара. Где-то я услышала. В общем, новости. Страшный наш враг. Услышала я в новостях, что, блин, сахар прекратили поставлять в магазины. Ну, ничего страшного. Я обычно сахар не ем, кладу его только в какие-нибудь рецепты. Поэтому взяла 3 упаковки сахара. Вот, 3 килограмма. По 45 рублей в Пятерочке. Причем сахара навалом там было. Никакого дефицита нет. 45 рублей килограмм. Взяла, 4 года хранится. Сейчас уберу в свой дальний шкаф. И пускай у меня сахара будет еще 3 килограмма. Причем я до этого тоже брала. У меня там уже килограмма 3-4 есть. Дальше. Сейчас скажу вам дальше, сколько стоит. Соль 16 рублей. 16. Да, вся соль по 16 рублей. Я взяла вот такую самую обычную экстра. Вот такую. 2 килограмма. Самой обычной соли экстра по 16 рублей. До этого, кстати, я ее брала по 18 рублей. И взяла вот такую соль славяночка, мелкая. Это у нас соль, пригодная для консервирования. Вот тут даже так и написано. Соль, пригодная для всех видов консервирования. Так что взяла она тоже по 16 рублей. Все. Вот такие у меня покупки. Сейчас я быстро все убираю в холодильник. У меня там уже ребрышки готовятся. Вам покажу, что за вкусные ребрышки. И делаем очень вкусный салат с манго и кедровыми орешками. Делаю сейчас очень вкусный салат. Высыпаем листья салата, любого, можно микс, в чашку. Обжариваю кедровые орешки. Нарезаю сюда еще свежий огурчик. Добавляем мелко резанное манго. Можно добавить авокадо, можно добавить, я даже добавляю грушу спелую. Добавляю обжаренные кедровые орешки. Все хорошо перемешиваю и заправляю маслом виноградные косточки
И чуть-чуть добавляю вот такого бальзамического соуса. Тоже будет очень вкусно. Это вместо соли, потому что я этот салат не солю и никаких дополнительных специй в него не добавляю. Все, масло виноградной косточки, оно менее такое жирное. И совсем чуть-чуть вот этого бальзамического соуса. Получается очень вкусно, не требует никаких дополнительных заправок, дополнительной соли. И выходит очень вкусный такой ПП-салатик. Можно добавить авокадо, как я уже ранее говорила, либо добавить грушу. Тоже очень-очень вкусно. Ну и вот такой субботний ужин. Это салат, микс салата, манго, кедровые орешки и немножко огурчика. Конечно же, у меня будет шампанское, сегодня розовое. И ребрышки, приготовленные в духовке шоколадным маринадом. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!